Чего ты боишься? Давай. Ты в камеру смотри, у тебя голод плывет на тебя. Было совершено 2 года назад. Из российских побуждений, так сказать, немчик годов так времен. Стоит где-нибудь дата или нет? Не видно. Ну такая простая. Конечно, уже видали и по. Потом нам еще припишут, что мы типа это самое. Потом будешь за весь день платить. За весь день платить, да? Ну мы потом подойдем туда, если что, нажмем на этот на эту кнопочку, пускай она нам выплюнет, мы ее сделаем. Уплотим. Уплотим. О, девчули закупаются. В школу идите, средь бела дня ходят, деньги тратят. Уже отучились? Ну, народу сразу видно немного, да? Пустенько. Хотя кто в такую погоду, кроме нас, балбесов? Кто в такую погоду, кроме нас, балбесов, шляется здесь, а, да? Так. Куда нас кривая вывела? А никуда. О! Центр. А? Что тут за магазины? ДМ, плазма. Ничего сверхъестественного. Нет. Надо будет, кстати, потом еще зайти похавать, да, куда-нибудь? Покушать, потому что. А? Не сейчас, попозже. Попозже еще. Сейчас пришли к какой-то конструкции. Получается, место называется место синагоги. А здесь написано: иди вниз и посмотри вверх. Ну посмотрим сейчас. И что? А? Имена всякие. Сейчас голова закружится. Все, я поехал. Ё-моё, мутного поймал. А? Не знаю, это самое, что это за имена. Подожди, здесь стоит. Die jüdische Bürger, der Staat in des Krieges Göttingen, Kinder, Frauen und Männer ermordet. А, ну это как получается памятник еврейским людям, детям, женщинам, которые были убиты с 1933 по 1945 год, проживавшие в этом городе Göttingen. Это получается Нидерзаксен, да, это получается? Ну, пойдем вверх. Вот, смотрите, я до этого вам говорил. Вот примерно. Шильдочки вот эти вот висящие на домах. Это вот дом получается 1748 года. Видите, окна вроде как поменены, но они остались определенно в этом стиле. Внутри все переделано, но снаружи все должно оставаться именно в том обличии, как это было 200-300 лет назад. Блин, наступил какую-то хрень, блин. Вот такой вот он из себя Гёттинген. Веселуха. Посмотрим, что здесь за углом будет. Задорная. Ну? Прогулка. Тра-та-та-та-та-та-та.
Обратите внимание, как... О, машина сейчас проедет. Подойду. Подойду поближе. Обратите внимание, как они реставрацией занимаются. Внутри стоит пластмассовое белое стекло. Ну, то есть стеклопакет такой современный. А снаружи все осталось в оригинальном стиле. Видите? Я надеюсь, мне никто сейчас претензий не предъявит, что я здесь. Этот вообще 1530 года дом. Этот получается 1530 года. Старенький, старенький. Получается, в этом городе мы посмотрели до этого. Все вместе, получается, квартиры стоят. Представьте, вот этот вот дом. Квартира здесь четырехкомнатная, примерно 68 квадратных метров, ну то есть они маленькие, как я уже говорил, они стоят по 225 тысяч евро. 225 тысяч евро. Так, идем к тому вон зданию, у которого крыша сверху торчит. Посмотрим, что там. Смотрите, вот так вот выглядит в Гётинге здание городской администрации. Вот в таком вот стиле 19 века. Ё-моё. Внутри-то по-любому переделан, но все же здесь сидит, блин, как он, как бюргермайстер по-русски? Кира, быстрее. Бюргермайстер по-русски. Ё-моё. Никакой не депутат. Подожди, как же бюргермайстер по-русски? Блин, главный-то от города. Мэр города, ё-моё, мэр города. Мэр города. Мэр города. Вот он сидит. И решает вопросы, где что снести, где что построить. А мы вроде там тоже были, или? Да? Не знаю. Ой, они фоткаются, давай быстро пробежим. Быстро пробежим. Чтоб никому не мешать фоточки красивые делать. А ты же тоже часто фотки делаешь, не любишь, когда чтоб на тебя сзади смотрели или стояли рядом. Смотрели, мне идеально, чтобы они не топтались. Ну они встают, сзади встанут и смотрят потом, а что ты там делаешь, почему ты именно хочешь возле этого дятла сфотографироваться. Для тебя это что-то новое, для них повседневное. Городишко. Так, я надеюсь, звук будет хороший на этот раз. После последних... Тем, что камера обновлена. Да, мы купили новую камеру, потому что до этого, получается, я снимал постоянно на телефон, и у меня был штатив, ну что значит был, он и есть. Вот. Но, к сожалению, каждый раз, когда ты засадился в машину и подключал себя к машине, звук терялся, потому что... Телефон соединяется с машиной, и звук очень плохой. Решили взять камеру, называется DJI Action Cam 3. Вот. Смотрите. Недвижимость. Что у нас здесь строится? 500 тысяч, 440 тысяч, 700 тысяч. Вот. Домик можно взять за 325 тысяч. О, 139 тысяч. Небольшой. 86 квадратных метров. О, а куда Ирчик делась? Не понял. Куда она? А, вон она стоит. Ё-моё. О, шпаркаса. Денег, наверное, снять. Ирчик! Пойдем, наверное, денег снимем, чтобы был налик на кармане. Шпаркаса. Не, да, пойдем денег снимем в банк. А
там, где это самое. Ну его сейчас уже почти там полу снесли, то есть заброшка была вообще конкретная. Вместе с тараканами. И через это прошли, да? Тараканов кормили. Ну куда деваться? Ну куда, что? Куда попали? Чего ты боишься? Давай. Ты в камеру смотри, у тебя голод плывет на тебя. Не-не, давай ты до конца досматривай. Встреться с акулой лицом к лицу.